Город Курчатов, бывший центр Семипалатинского испытательного ядерного полигона, может получить статус «Наукограда». Об этом еще в прошлом году сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев. В городе, где имеется высокий научно-технический потенциал, в большей степени проживают ученые. Однако, по словам самих научных работников, многие экономические и социальные проблемы Курчатова негативно влияют на привлечение сотрудников. О том, как живется сегодня жителям атомного городка, узнала наш корреспондент в регионе Ася Мутешева. Сегодня город Курчатов является практически единственным моногородом в Казахстане, где сосредоточены многие научные центры и институты. Именно поэтому придание городу статуса «Наукограда» может поспособствовать его устойчивому развитию, говорят специалисты. Курчатов – идеальный кандидат, чтобы стать наукоградом, считают ученые. В городе сосредоточен высокий научно-технический потенциал, в первую очередь в лице Национального ядерного центра. Ведь именно здесь стабильно развивается научная организация с обширной современной экспериментальной базой и высококвалифицированным кадровым составом. По нашему направлению работы получены значимые результаты не только в республиканском, но и в международном масштабе, которые востребованы во многих странах мира. Для нас сейчас важно именно решение насущно-городских проблем, то есть поддержка инфраструктуры, поддержка социальной сферы, что позволит привлекать сюда ученых, развивать международное сотрудничество еще более успешно, осуществлять научную деятельность. Успешная научно-техническая деятельность Национального центра в течение ряда последних лет позволяет нам играть не только ведущую роль в жизни города, но и быть также драйвером его развития. Считаю, что придание Курчатову статуса наукограда, установление соответствующих привилегий, льгот и дополнительных финансовых вливаний городской бюджет может придать новый импульс городу. Город когда-то был почтовым ящиком, то есть секретным объектом. Раньше его заселяли ядерщики и военные. Теперь здесь живут ученые. С закрытием полигона Курчатов опустел, но продолжает жить своей размеренной жизнью, несмотря на ряд проблем, характерных для малых городов. Поэтому новость о присвоении городу особого статуса здесь ожидают с большой надеждой. Многие считают, что будущего нет в городе. Может, появится будущее города. Мне как город нравится, очень хороший, спокойный, тихий. Это был вся научный город, здесь было много ученых. Хотелось бы, конечно, чтобы город расцветал, мы в нем живем, дети у нас здесь, внуки у нас, и хотелось бы, чтобы он развивался и статус имел особенный. Если придать такой статус, то и развиваться дальше наш городок будет. После 90-х он очень тяжело восстанавливается, ему очень нужен этот статус для его процветания, для больше рабочих мест будет. Соответственно, городку будет гораздо лучше. Придать Курчатову статус наукограда аким области Абай Нурлан Уранхаев предложил президенту год назад. И глава государства поддержал эту идею. В настоящее время ее рассматривают в профильных министерствах. Ася Мутешева, Берік Жобалайлы, Хабар 24, область Абай.